Сегодня завершилась процедура принятия заявок на участие в выборах муфти республики. К 5 часам вечера были поданы документы от 3 кандидатов. Это Камиль Хазрат Самигулин, Фарид Хазрат Салман и Харис Хазрат Салихзянов. 16 марта состоится пленум Дума. Там рассмотрят и утвердят кандидатов, а также назначат дату внеочередного съезда мусульман Татарстана, где изберут муфтия.